Иисус у двери. Вы когда-нибудь видели эту картинку раньше? Молитесь ли вы Богу? Более 24 стран. Более 20 тысяч спасенных. Я впервые привела человека к Иисусу. Нам выпала честь применять один из самых эффективных инструментов благовестия. Я обязан ему всем. Я должен благовествовать. Вы исповедали свою веру, и мы крестим вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вы ожидали встретить Иисуса в парке или в баре? Нет, совсем не ожидал. Откуда ты это знаешь? Я знаю Иисуса, а Он знает тебя. Пусть жизнь вернется в Его колени, в Его ноги. Эта картинка помогла мне привести друга Макса к Иисусу. Я простой бухгалтер. С помощью картинки «Иисус у двери» я привел более 70 людей к Иисусу. Иисус, Иисус, я открываю для Тебя сердце. Я открываю для Тебя сердце. Прости мои грехи. Прости мои грехи. Я буду следовать за Тобой. Я буду следовать за Тобой. Будь Господом моей жизни. Будь Господом моей жизни. Наполни меня Святым Духом. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Странно думать, что всего 2 недели назад я была по другую сторону этой картинки, а уже сегодня я привела свою соседку к Иисусу. Ты нужен Богу. Если бы Иисус был здесь, сейчас, вы бы впустили Его в эту дверь. Иисус у двери!